впервые приняли решение, я считаю, оно очень верное, разделить всех участников на две большие группы, на ребят, которые только пробуют свои силы в социальном проектировании, и мы им даем вводную информацию, помогаем начать работать с социальными проектами, и на ребят, которые уже пробовали свои силы, которые имеют опыт защиты социально значимых проектов. Состав спикеров более чем внушительные, это действительно известные имена в мире социального проектирования. Ну а основная тематика форума – это запуск социальных проектов, подача социальных проектов на грантовые конкурсы и привлечение таким образом финансовых ресурсов на воплощение тех мечт, которые есть у ребят. Учились формулировать проблемы, что приводит к этим проблемам, то есть какие причины и как вообще в принципе нужно оформлять наш проект и от чего нужно идти, когда мы делаем проект. Мы должны именно решать какую-то проблему, помогать людям, не делать это для себя, а именно для общества. Опыт был по реализации проекта в нашем университете, отправлял на грант Росмолодежи. В третьем корпусе отсутствует пространство для студентов, в котором они могут в летний период заниматься. Также преподаватели могут проводить занятия. Вот. И, насколько я знаю, еще часть проекта вот этого не была отсмотрена экспертами грантов, вот, которые, в общем, проверяют это. Поэтому ждем, может быть, даже примут. Работа модератора, как минимум сегодня на «Создавай», заключается в том, чтобы сохранить ребят в группах и дать им понятие еще раз, что такое проблема, сформулировать, помочь им ее сформулировать, чтобы дальше они могли понимать, с чем они могут выйти.